Падала. Вместо кикимора я, блин, думал это кикимора, а на самом деле это маскировочная сеть. Буду так накрываться. Промазал. Селезень-сутка. Ну, они просто пролетели так меня. И, ну, на подсадную никак не среагировали, хотя она работала нормально. Я дал осадку в манок. Они развернулись, начали круги наяривать. Ну, я без перерыва давал осадки практически. Они три круга сделали, ну, и промазал два раза. На подсадную никак пара не среагировала. А на манок, на осадку начали крутить. Сейчас еще чуть-чуть на этом месте посижу, и, ну, тут какой-то движухи совсем нету. Один селезень прилетел, когда я подходил, тут один снялся, улетел, может, это тот же самый прилетел потом назад. Ну, непонятно. Наш трофей. Такой вот красавчик. Вот такой у меня скрадок. Просто маскировочную сетку так кругом натянул. И забыл кикимору, так что просто взял вместо кикиморы второй кусок маскировочной сети, что просто как плащом накрываюсь. Ну нормально, вроде селезни не спалили, что этот, что та пара, хотя они так надо мной прям налетали. Нормально, в общем. Все, буду переезжать на другое место, что-то тут движухи больше нету. Конец марта, еще рановато для охоты с подсадной. Самый сок будет в апреле. Сейчас еще вот только утка начала себе бить гнезда, начинает нести яйца. Еще они интенсивно спариваются с селезнями. Селезень всегда держится возле утки. И тяжело от утки отбить селезня. Ну, бывает, особенно манком, хорошо, если владеешь осадками, можно посадить и утку, и селезня. Ну, у меня часто такое бывает. А уже потом, когда утка садится на яйца, все равно селезень бывает утку донимает, и утка сама прилетает к тебе на твой зов, чтобы ну, отбить селезня, чтобы он переключился на другую утку и не мешал ей высиживать яйца. Ну, самые интересные охоты с подсадной еще у нас впереди, так что не забудьте подписаться. Кстати, подписывайтесь, потому что где-то под 90% постоянных моих зрителей смотрят меня без подписки. Это очень важно для развития канала. Пожалуйста, подпишитесь и смотрите дальше охоту. Так, ну вот, скрадочек сделал. Второе место вот здесь попробую посадить. Дальше разлива. Вон какая-то утка там дальше крякает. Снимаю на телефон пока что. У меня камера уже месяц в ремонте. Как бы хотелось бы уже новую купить, но пока возможности нет. Дороговато. Поэтому как получается пока. Ждем шлейф с Китая, чтобы поремонтировать старую камеру. Тут глубоковато. Тут потом селезня забрать. Звонит. Опа. Неплохо.
Да, пришлось аж 3 выстрела сделать. О, он еще и живой. Офигеть. Офигеть. Еще и недобиток получился. Ну что, закончилась моя сегодняшняя охота на селезня. С подсадной первый раз выехал. 2 добыл, по 3 стрелял. Уже через недельки-2 будет, думаю, охота нормальная. Серые самцы тоже должны активно реагировать. Так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Потому что я уже говорил, да, очень мало с постоянных зрителей подписано на канал. Весна, блин, класс. Вот пару деньков тепла, такого ночи без минуса, и днем тепло, и прям природа расцвела, аисты уже к нам прилетели, вот везде, на каждом дереве какие-то птички поют, чирикают, супер. Еще надо на Вальсу посъездить, ну попозже. Взлетай! Взлетай! Первый селезень есть. Сегодня я выбрался наконец-то на охоту с подсадной. Димончик уехал, взял у него камеру поснимать. Моя накрылась. И вот прилетел, еще так вот темноватенько, первый селезень. Подсадная мне сегодня досталась, та, которая не хочет кричать. Пару раз что отзывалась, но слабенько. Ну ничего, у нас есть маночек, будем манить манком. Прилетел, сел, сидел, даже не хотел улетать, я его сгонял так настырно. Ну что, будем охотиться. Сейчас посидим на этом месте чуть-чуть и переедем в другое. Сел селезень серый и крековой. Хотят сюда плыть, а?
Вот мой трофейчик. Вот такой вот селезень. А вот мой скрадочек. Что-то как-то не очень охотно селезни присаживались. Готов. Блин, я пока сообразил, что это второй селезень. Думал, это утка. Мог бы, чуть не упустил его. Ну, неплохо. Сразу заберу. Потом не ходить. Вот так. Вот такая вот добыча. О. Вот так вот сел, два раза крякнул, не успел опомниться. Тут два селезня прилетели. Но я не выглядывал, на камере смотрел. Мне казалось, один. Встаю, стреляю, а их двое. Я сначала подумал, может, это утка вторая. Потом разглядел, что селезень подранил. Потом уже добил. Ну, супер, с полем. Это второе место. Что у нас сейчас уже 8 апреля. Это самое время, самый пик как бы активности, самые результативные охоты с подсадной. Это апрельские, потому что уже утка села на яйца, отгоняет селезней от себя или просто прячется как-то. И селезням еще хочется размножаться, но уткам уже не нужно, они уже сидят, поэтому самый результат, вот это первая половина, ну, короче, апрель это самые лучшие охоты, вот еще зеленочка, когда пойдет, тоже будет хорошая охота. А вот и третий. Пошел по течке. Сделал круг такой. Я его так сдалека заметил, осадил манком. Ну, потом уже манком не работал, начала подсадная его подманивать. Сел он вот сюда куда-то. Туда, куда второй падал. Ну, все получилось. Он потом подплыл. Я уже его взял.
селезни уже такие сгуленные, легенькие, нежирные, пойдут в коптильню. Вот отлично. Там видно первое место, уже зашуганное. И селезни там такие на стреме. А здесь вот отлично летят. Скрадочек мой. Вот такой. Не очень удобно для съемки. Но... уже как есть. Ну, еще посидим чуть-чуть, мало ли что. Ну что, ребята, вот так вот. Сегодняшняя охота закончилась. 4 селезня крековых удалось мне добыть. Прилетали еще 2 раза серые селезни, но далековато. Далековато стрельнуть не получилось. Ну вот дождь идет, мешает как бы, ну помешал поохотиться нормально, но... как ни есть, охота удалась. 4 селезня пока лучший результат в этом сезоне. Ну, еще я не ездил особо. Если туда-сюда пару выходных, и все, охота закроется. Тут сейчас праздники, Пасха. Как бы не знаю, сколько получится раз в этом году съездить на селезня. Но по-любому вы все это увидите, так что будьте подписаны. Ну, что могу сказать, воды очень много. Там, где я по суху ходил в прошлом году, в этом году по пояс воды. Поэтому пойма полностью залита от дамбы до дамбы. И получается, что сухого места практически нет. Во-первых, негде сесть. Во-вторых, как-то утки меньше. Я думаю, возможно, из-за того, что очень много воды, и утки негде особо гнездиться. И поэтому ну, мало осталось утки. Ну, по крайней мере, у меня такое предположение. Ну, уже селезни достаточно хорошо реагируют. Из-за того, что мало мест, вот где можно выйти, грубо говоря, в пойму. Там уже несколько раз охотники охотились. Я как бы гусем занимался все это время, но селезня не ездил. Так что селезни уже такие битые казачки, такие серьезные. Ну, вот сегодня удалось мне добыть 4. Я считаю, что ну, вполне себе хороший результат. Все следующие охоты вы увидите на моем канале, так что не забудьте оценить это видео, подписаться, нажать там колокольчик, чтобы не пропустить следующие. Все, увидимся в угодьях.